Ну, вам уже сказали, что меня зовут Надежда, я вам дам короткую информацию об игунах, которые находятся у нас в лавке. Игуны привозят из двух стран. Италия, город Бари и Афонский монастырь Греции. После того, как иконы попадают к нам, уже в лавке производится освещение икон, которое вы можете увидеть на экране монитора. Эту икону к нам привезли из Афонского монастыря Греции. Обратите, пожалуйста, на нее внимание. Иисус Христос в этот момент был распят. Перед ней обратите, пожалуйста, внимание, этот сосуд с елеем. Это неубываемый сосуд, это благодать ваш дом. И руки Божьей Матери расположены таким образом, что на наши молитвы несет Господу, этими же руками указывает на правильный путь жизни. Очень мощная покровительница как мужчин, так и женщин, но передается такая икона по женской линии. К сожалению, в странах СНГ этой иконы пока нет. Привозили на непродолжительное время в Киево-Печерскую лавру. И эта икона очень любит общение, не только молиться, обязательно с ней разговаривайте. Какие-то планы возникли? Обговорите. На душе беспокойство? Поговорите. И не забывайте благодарить Божью Матерь. Игумения Афона – это та икона, которую приобретают люди, которые занимаются бизнесом. Ее вы можете поставить как в офисе, так и дома, и молиться о материальной стабильности семьи и бизнеса. Еще одна редкая икона с этих мест – это чудотворная. С оригиналом этой иконы Николай Угодник при жизни творил чудеса, исцелял людей. Внутри иконы лик Николая Угодника, который был написан при его жизни. Отречено это появилось тогда, когда из храма святого Николая были выкрадены мощи. Там же находился оригинал этой иконы, его хотели украсть. Но икона накалилась до такой степени, что от накала появилась...